Всем привет, друзья! Сегодня мы вспомним немного рецепт из прошлых лет и приготовим с вами салат, который называется «Еврейский салат с сыром». Как обычно, все ингредиенты, составляющие этого салата, вы сможете прочитать в описании к этому ролику. Ну а мы начнем приготовление. На крупной терке мы натираем плавленый сырок. Для того, чтобы это было удобнее сделать, я его немножко подержал в морозильной камере. Затем на крупной терке натираем вкрутую сваренные яйца. Теперь мы сюда выдавим чеснок. Затем высыпаем мелко порезанный укроп. По вкусу подсолим салатик и добавим черного молотого перца. И последний штрих — это добавляем майонез. И тщательно все теперь перемешаем. Ну что, дорогие товарищи, вот наш салат из времен СССР и готов. Название этого салата — еврейский с сыром, или еще его в простонародье называли гости на пороге. Его можно кушать как самостоятельно, так и намазывать на хлеб. Получается такой вкусный бутерброд. Салат очень простой, салат очень вкусный. Всем рекомендую этот рецепт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Всем приятного аппетита, всем удачи и пока-пока.